момент настал, когда нужно действительно отбросить все свои дела, сделать свой авторадиоприемник громче, потому что это утро с нами встречает российский певец. Киноактер, заслуженный артист Российской Федерации, дипломированный аккордеонист, любимый певец России. Мозги морочил 7 лет педагогу по аккордеону. В общем, уже все, он с нами. Дмитрий! Билан! А что, Николаевич не дал вставить? А, да? Ну тогда Дима Николаевич по паспорту. Я не Дмитрий, а Дима Николаевич. Заслуженным только так. Ну а что? Привет, рад здорово. Тебя видеть. Я тоже, ну, как бы, привираю немножко, конечно. С утра не очень, но ладно, тебя, Дэн, рад тоже. Иван у нас, он чуть-чуть молчит. Давайте скажем, что у нас Люся Чеботина пока застряла в московских пробках. Я давно не ездил так рано по Москве, я обалдел, какие там заторы, это просто нечто. Ну, это декабрь, наверное, подарки. Когда ты последний раз так просыпался-то? Послушай, я вообще, если так уже говорим, я в 3, в 4 засыпаю и просыпаюсь, наверное, в 11-12, потому что, ну, как бы работаю по ночам ключам. Ну, а просыпался я давно так вот рано, вот чтобы в 7 и уже было на ногах, ну, не. Ну, конечно, потому что мы постоянно смотрим, как вечерняя музыка. Мы завидуем, потому что ты здесь. Ну, послушай, не-не-не, мне не надо завидовать, у меня сложная жизнь. Так, давай. Действительно хорошее дело. Люсь Чеботина! Ай! Доброе утро! А теперь я бодрый, Люсь-то, а, в этом эфире. Нет, ну слушай, у меня сегодня, знаешь, когда утро опять не зашло. Опять куда-то прилетела? Нет, наконец-таки нет. Слушайте, судя по соцсетям, она вместе с участницей группы Артикасти ночью Сивиль раки ела. Да. Точно, которые свистели. Я видел твои сторис, точно. Вместо того, чтобы... что-то я думала, что это затянется на полчаса. Часика на часика, затянулось, всё хорошо. Своими прям ручками чистил или кто-то другой? Покажи. Честно, вот я могу даже доказать. Серьезно? Видно. Ага. Видно, просто шикарный маникюр. Все там в порядке. Ну ладно. Так. И сам такой просто, о господи, вот это тебя жизнь помотала. Нормально, ты что, классно выглядишь. Ребята, я напоминаю, вы в нашем шоу, дайте вопросы задать. Точно. Мы, честно говоря, думали, что мы будем поболтать с Димой, просто давно не виделись. Давно не виделись. Целых 2 дня. Была возможность. Давайте перейдем. Сказал, что ты был инициатором, ты был автором. Да. Собственно, клипы и продолжение вот этой талантливая, истории. Талантливая, невероятно просто, понимаешь? Просто он что видит и пишет сразу. И такие обороты интересные. Так правда. Что ждите песни про раков. Да, уже, наверное, вы мне про клип ответьте, будет он, нет? Вот честно, я думала, что мы будем его снимать вчера. Да, вот эти 4, 5, 6 число да. были отведены для этого, как бы. Но в итоге у меня вчера выдался прекрасный выходной. Потому что мы с Димой Билан был занят. А Дмитрий всегда бизи. Да послушай, позавчера мы тоже мотались там по песне года, да, там еще. Вчера был выходной, и поэтому я думаю, что к клипу мы придем где-то через. Я так понимаю, что вы очень занятые ребята, но вы хотя бы текст песни-то помните? Вы его да, выучили? Нет, я попросил распечатать. Ты серьезно? Серьезно, ну нет, я помню, на всякий случай буду подглядывать. Ты будешь Пюпитером выступать? Да, Пюпитер вон уже стоит. Я могу в руках. В наглую ставьте, пусть стоит. Ну, не, ну послушай, ну как бы могу продекламировать текст, но на всякий случай. Может, песня фреш. Да, надеюсь, что после прослушивания мы. Да я вчера, я позавчера еще тоже записал новые треки, поэтому у меня в голове каша такая. Изменщик с кем? А, сам собой! Так, господа! Хочешь ты, хочу. Можешь дальше угрожать. У тебя выбор нет, как вернуть меня назад. Есть еще секрет, когда ты злишься. Да, мне больше нравишься. Танцую на твоих нервах, а я в ответ сыграю на твоих. Какая все-таки ты стерва. Как не знала, секрет на двоих. Да. Танцую на твоих нервах, а я в ответ сыграю на твоих. Ты говоришь, я танцевала. Ну как не стало, скажи. Твоим секрет. Секрет на двоих. Секрет на двоих. Секрет на двоих. Секрет.